Уважаемые отдыхающие, туристы, семьи с детьми, у нас обновление ассортимента. Посмотрите, у нас огромный шатер, огромная двухкомнатная палатка с тамбуром. Появилось очень много столов, очень много стульев. Можно в такой палаточке провести прекрасный вечер, глядя на просторы какого-нибудь озера или реки. Никто вам не помешает, никакие насекомые. У нас есть портативная музыка. От аккумулятора питается несколько дней. То есть даже на полной громкости можно несколько дней слушать музыку. Очень много различных туристических кресел. Разных цветов, разных размеров. Есть походный холодильник. Еще колоночки поменьше. Стол. Еще стол. Газовая плита для готовки. Там, где нельзя готовить на костре. Различная посуда. Всякие каны, кастрюльки. Здесь не весь ассортимент представлен. Есть даже огромная сковорода, чтобы готовить вок, то есть мясо на огне. Мы выдаем различные туристические коврики. И у нас есть даже огромный, давайте заглянем сюда. У нас есть огромный матрас надувной, если вы хотите спать на чем-то очень-очень мягком. Но спальники мы не выдаем, потому что спальники — это личное постельное белье. Поэтому покупайте спальники или берите свои пледики с собой. Различные фонарики туристические, кемпинговые. Здесь у нас зона для игр с детьми. Такая зона отдыха. Различные стулья. Есть очень много разных палаток. Вот это у нас представлена большая двухкомнатная палатка с тамбуром для семьи с детьми или для, допустим, какой-то компании, чтобы можно было вечером посидеть. Укрыться, опять же, от насекомых. Все это закрывается. Там москитная сетка сзади. Сверху у нас там окошко есть вентиляционное. Все проветривается. Есть очень много разных палаток. Двухместных, трехместных, четырехместных. Около 10 моделей. И вот такой большой шатер, чтобы тоже можно было отдохнуть. Так что приезжайте, пишите, звоните. У нас байдарки. Самые различные байдарки, двухместные, трехместные, надувные, полностью безопасные, перевернуться невозможно. Так что обращайтесь. Большая двухкомнатная палатка собирается очень легко, но хотя бы один раз надо это сделать. То есть сначала ставится внешний тент, эти вот дуги протягиваются через внешний тент, и затем внутри уже собираются палатки. В принципе, если его не так сильно растягивать, то края тента будут стоять на земле. И можно здесь спрятаться от комаров и просто устроить огромную такую палатку для посиделок. Здесь я стою в полный рост. У меня рост 184. Я потолка не достаю. Также у нас есть большой кинопроектор, который играет фильмы с обычных флешек. И работает от аккумулятора. Он полностью бесшумный. И тоже можно устраивать ночи кино, сидя в палатке или вот прям под тентом.